Торговый дом Дендра представляет все о луках и арбалетах, видеообзоры, все новинки рынка, знакомьтесь с нашими тестами, а также охота и рыбалка. Смотрите на канале Дендра. Мы вас приветствуем. Категорически взаимно. Сейчас типа покажем твой карабинчик. Никогда не охотился на сафари. Вот на такой машинке мы приехали на пригорочек. Сейчас ждем муфлончиков. Вон они бегают. Далековато, правда, от нас, но сейчас Сергей 500, наверное, Константинович нам их сюда пришпандорит. Алексей Алексеевич 6 патронов зарядил свой пугач. Навряд ли попадет, конечно, все равно посмотрим. Зато постреляем. Да, может быть, что-то получится. В вашем направлении движется группа. Порядка 9 особей. Из них самая темная осадка, как сказал. Все принял. Ни хрена себе, блин, они несутся. Нет, Сергей, нет там ее, этой овечки. Она вот здесь, вон она вышла. Не видишь, что ее там не пробежала она у тебя? Это не жили она из тех. И может, она правда попала? Да и может, и попал. Может, и попал, да. Блин, как... С черной головой она самая предпоследняя бежала. Что вы, Сергей Константинович, скажете нам по поводу выстрелов лошары Алексея Алексеевича? Вот туда смотри. Задорная охота. Браво, Алексей Алексеевич, браво. Лучший стрелок сезона. Меня отрезать не надо было. Уже отрезал. Он довольный. Вот посмотрите, какая довольная физиономия у него. Что-то какие-то странные у тебя комментарии. Это не странные комментарии. Довольным убийством быть нельзя. Довольным можно быть шашлыком. Шашлыком. Да. Если бы ты его еще сделал бы, другой разговор был бы.